приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Я рад вас приветствовать сегодня здесь. Спасибо, что смотрите мои видеоролики. А сегодня у нас будет тема про фитнес. Друзья, так как вы часто задаете вопросы, как набрать мышечную массу, что надо есть и возможно ли подкачаться дома и какими методами можно это сделать. Так вот, друзья, сегодня, я даже не помню, у меня на канале есть, нету ролик про фитнес. Ну, сегодня это, по-моему, да, первый видеоролик про фитнес. И в этом видео, друзья, я вам покажу и расскажу о своих гантелях, которые я давно еще покупал. И расскажу, как можно подкачать бицепс. Вот, бицепс и трицепс, вот. Так что, друзья, кому интересно, поехали. Итак, друзья, перед началом сделаем небольшой ритуал. Сок, шейкер, витамины. Сок. По-любому не фокусируется, наверное, уже сколько раз такое было. Перед началом готовим наше зелье, чтобы мы стали Астериксом и Обеликсом. Все, я заливаю яблочный сок. И витамин С. Здесь есть цинк, зелень, витамин D3 и так далее. Так. Все, теперь наше зелье готово. Посмотрим на вкус. Бодрячок. Все, зелье выпили и давайте начнем. Железо в студию! Итак, друзья, вот они мои железки, мои гантели. И еще один. Вот такой вот. Смотрим. Adidas 3 килограмма. Это у меня разминочная гантель. Я начинаю с ней разминку. Друзья, буквально хочу сказать пару слов. Прежде всего, наверное, я вам их покажу. Вот. Такие гантели. Значит, вот. Раз одна гантель и вторая гантель. Здесь, короче, получается где-то по 20 килограммов. Ну, примерно 20 килограммов. Покупал я их не с полными блинами. Сейчас дальше расскажу. Эти гантели я покупал в отдельности. Это отдельно. Другая фирма, это тоже другая фирма. Значит, я сперва покупал вот эту гантель. Она была где-то 10 килограммов. Когда ты покупаешь, она вот в такой коробке интересная. И там бывает 10 килограммов. То есть диски где-то 2,5 или же сколько здесь? Да, 2,5. И, ну, короче, в сумме вот с этой вот, она получается 10 килограммов. Покупал по отдельности. И хочу заметить такой момент. Вот, смотрите, у нее здесь вот так вот, мне нужен ключик, чтобы ее, чтобы менять блины, ставить большие, мелкие, чтобы снимать и так далее. Мне нужно как бы ключиком работать, это не очень удобно. Смотрите, следующее, я купил такую. Вот, у нее вот эта штука, видите, болт. Туда-сюда, без проблем. Поставил, снял, закинул и так далее. Это мои домашние гантели. Они меня очень выручают. Они меня всегда радовали и до сих пор радуют. Я их покупал уже давным-давно. Ну, уже прошло достаточно времени. Я до сих пор с ними занимаюсь. Что я хочу сказать. Если вы хотите качаться дома, накачать там
банку свою, да, то есть покупайте такие гантели. Они вам очень понадобятся. С этими гантелями можно накачать практически все мышцы. Они не портятся, то есть один раз ты купил, они тебе там останутся на всю жизнь, даже вот на поколение. После тебя другим людям тоже могут они остаться. Так что с полной уверенностью говорю, если вы хотите начать заниматься, набирать мышечную массу, то, пожалуйста, смотрите, вы не пожалеете. Значит, у меня есть еще блины. Что еще рассказать о них, я не знаю. То есть, это просто бомба. Для начала это будет вам просто вот отличный подарок и хорошая мотивация. Итак, друзья, давайте с вами покачаем бицепс. Бицепс и трицепс. Поехали. Итак, начинаем с разминки. У меня гантель, вот, разминочная. И начинаем разминку. Нужно где-то, ну, пока не почувствуешь, что ты уже хорошо размят и уже готов к основной тренировке. Ну, пару минут, думаю, достаточно. Вот. На правую руку раз 10 там и на левую. Потом следующий делаем на трицепс. Спину ровно, в наклоне тянем гантельку вверх. Тоже где-то 5-10. Кому сколько нужно для разогрева. Точно так же на левую. Теперь опять делаем на бицепс. Раз, два. Теперь я уже до этого разминался. Если вы уже размялись, переходим уже к гантелям. Вот, тяжелые гантели. Можно и снимать, делать их поменьше, килограммы. Ну, мне сейчас неохота, так что делаем именно вот так. Все, поехали. Делаем вот такие упражнения. Я делаю разные упражнения на бицепс. И поэтому два подхода по 5-6 раз. То есть два подхода 6 раз. Все, поехали. Раз. На каждую руку. Раз. Два. Три. Четыре. Сделали два подхода на правую и на левую, то есть сюда 6 и сюда 6. В целом получается, в общем, 12. Опять чуть-чуть растягиваем наши мышцы. Все, теперь делаем следующее упражнение. Руки ставим на себя и поднимаем. Раз. Два. Три. Четыре. И таких 6 раз. Можно и по отдельности. Так, сейчас показываю следующее упражнение. Уже три. Берем гантели и делаем вот такие вот упражнения. Вот такие вот упражнения. Вот в этих упражнениях я чувствую вот эти мышцы. Вот. Вот здесь я вот. Вот. Бицепс становится толще и намного лучше. Так, поехали. Тоже делаем два повторения по 6 раз.
Теперь показываю четвертое упражнение. Берем гантель. В наклоне. Вперед. Все, берем гантель. Спина ровная. Стоим ровно. Все, отсюда поднимаем на бицепс. Два. Три. Вот. Я здесь чувствую, что хорошо наполняется бицепс. Приток крови, оно хорошо наполняется. Вот. Это вот в таком наклоне мне тоже нравится очень качать бицепс. Все. Теперь на левую точно так же. И делаем два подхода. Два таких подхода по 6 раз. Поехали. Теперь качаем трицепс. Начинаем с разминки. Ставим ноги на диван, кресло, стул. Находим себе место. В таком положении. Спина ровная. Руки не оттягиваем далеко, чтобы они были близко к телу. Все. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Таких можно делать для начала где-то штук 15. То есть два раза, два разминочных на трицепс делаем по 15 раз. Все. Делаем еще один раз. Поехали. Руки ровно, спина ровная. Все. Раз, два, три. Все, мы размялись, теперь переходим к другому упражнению. Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, два, три, четыре. Находимся в таком положении. Вот. И начали. Раз. Таких упражнений делаем 3 раза по 6 повторений. Если вес тяжелый, надо делать меньше. Если вес достаточно такой средний, то можно сделать... Поехали! Ну что ж, друзья, это были самые такие стандартные упражнения. Их можно делать в неделю 3 раза, если вы начинающий спортсмен, если вы только начинаете набирать мышечную массу, приводить себя в форму. Так что для начала, если вы хотите подкачать бицепс, трицепс, эти упражнения вам подойдут. Попампились, подкачали переднюю бицуху, трицепс, Так что, друзья, надеюсь, вам понравился такой видеоролик. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если у вас есть какие-то вопросы, или же вы что-то хотите мне подсказать, пишите в комментариях. Мне очень приятно, я читаю все комментарии. Мне очень нужна обратная связь, потому что это очень сильно мотивирует. Каждый раз, когда вы пишете, это мне очень приятно, я это все читаю.
Так что всем спасибо, кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи, занимайтесь спортом, у вас все получится. Обязательно. Всем пока-пока. До новых встреч, друзья.